Главными темами вчерашнего совещания стали эпидобстановка в муниципалитете и борьба с COVID-19. Совещание прошло под председательством главы района Заура Хамирзова с участием заместителей начальника управления районной администрации, руководства ЦРБ и глав сельских поселений. На сегодняшний день в районе свыше 270 человек с диагнозом COVID. Основная доля заболеваний приходится на Кашхабль, Вольное и Егерухай. При этом число привившихся граждан на 8 ноября составило 9798 человек. Как и вакцинация, не прекращалась в выходные нерабочие дни и работа групп по выявлению нарушений стандартов Роспотребнадзора. Так, за прошедшую неделю было составлено 9 протоколов об административных правонарушениях гражданами, не соблюдавшими условия режима повышенной готовности. Также в ходе совещания были обсуждены такие вопросы, как проведение всероссийской переписи населения на территории района, подписная кампания, подготовка и организация отчета глав поселения о проделанной за прошедший год работе.